Это тоже, когда мы тебе туда показывали. Ах ты! Маленький батя! Елки-палки. Помнишь, что тут камеру не взял? Мои туда, ты кепку сними. А куда моя шапка? Я могу покинуть. Шапка моя, кепка. А вот, возьми вон там покинуть. А что с нами, две камеры едут? Петя! Римка! Что ты забыл? Сейчас. Что забыл? Газеты взял туда видео? Нет, это я не делал. Она, по-моему, ничья. Хай-фай. Да нет. Это ты с тобой? Ну, она сразу должна понести. Нет, а там что за пост? Блинка. Да, все. Тронулся. Это нахар. Дай руку, я отболел. Самый лучший вариант, это нахар. Thank you. Клим. Хватит, поехали. Давай, Клим, давай. С понтовым. Поразнишь. Пошкуйте хорошо, поразнишь. Баков прям. Какой? Твой. Ай. Не, не снимай меня. Врачи, ты что будешь? Неплохо. А что сейчас? Сейчас ты поживешь. Сейчас. Че ты, Гочи? Все-таки не в юрте родились. Не знаю, там где-то. Где узнаем? Пойдем смотреть. Я смотри, видишь. Черный? Я. Черный? Давай. А деньги есть? Нет, блин. Давайте возьмем. У кого? И что ты передал привет, да? Есть? Есть. Теперь большой открываем технично. Опа, ключик. Я устал. Стой, подожди. Все, иди. Здравствуйте. Вы в Ташкенте. Билеты вроде взяли, все нормально. Скоро отъезжаем. То есть улетаем. Хочешь сказать? А что ты мне первый дорогой? А кто мне сзади будет? Там деревянный, я тебе не сбегаю. Убил бы, да не могу я на родину. У меня такой умный вид, ребят. Для оформления багажа. Он снимается. Вот снимается. Я выше камеры. И палец уберись к этому. Ну скажи теперь что-нибудь. Ура! Да я просто... Нажимай, там подожди, подожди. Поговорю. Давай, снимай. Эй! Чего? Ладно, все, хватит. Три Мамбета в аэропорту. Я лишь ты, да. Все. Да. Но я дам, я ты. Thank you.
Получится? Не знаю, а резкость есть? Не подходит человек и говорит, не разменяете ли мне билет, надо поменять. Я выше тебя, ты ниже меня. Ты станешь рабом моим навсегда, если нет, тогда мы тебя ради королев всех нас, мы вызываем бурю от... Ли Петр производит незаконную валютную операцию. Также обратите внимание на эти груз кожи. Один откроет, дабы не знать ничего, откроет Ли Петр. Забирает мне все, что надо. Вот, и прошла передача. Передача прошла, все засняли. Он на ней вверху да попасть, да? Начинается регистрация билета и оформление багажа на рейс 159 авиакомпанию «Филиппон Хагон Лари» до Дели. Не, надо не так, надо вот так. А вот так можно? Спонтанно. Да не, лучше вот наше. Краснодар. 10.00. 5007. Идет регистрация. Летаем 10. Звук записан? Клип. Здравствуйте. Здравствуйте. Коль вы слышали, хотим передать привет маме и котенку. Дура. Маме и папе. Папе и маме и какому котенку? Все. Ара! Оп. Вот и уезжаем мы в Сочи. Я даже могу показать билет. Вот. Вот, ну, смотри, общем, похож дальше. Клин? Похож? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть похож? Значит, не зря я деньги заплатил. Так долго делали. Камеру убрать. А? Да я не вас снимаю, я вон вот, мужиков. А можно я с вами? Ага. Ну вы на меня, закрывай камеру, а то не будет. Вылазь. Лис. Хай-пай. Девушки нет. Еще девочки. Нет. Остальные, да? Прошло 4 часа. Кушать хочу, таз закрывает. Ты, темная картинка, вообще ужасная, во. Ну что, сколько там прошло у нас? 4 часа мы в этом аэропорту сидим. Голодный, холодный. О, Клима. Да, ребята умерли. Ребята умирают. Прошло 6 часов. Мы сидим в аэропорту. После того, как проехали 6 часов дороги. Блин, спит. Кто-то играет в карты. Не, он, я работаю на свет. Он, короче, углеки падают.
Так, вот утерянно уходящий. Ну вот. Страшно, Марик? Да. Петя, страшно? Эй, я тут не могу разобрать, как жилет надевать спасатель, но он мне еще спрашивает, страшно. А тебе страшно? Сумасшедший. Блин, не страшно. Не-а. Все кнопочки. Ребята пойдут, бегут сразу по приезду на вокзал, бегут к перрону. Булат идет покупать билеты, мы чпоком идем за едой. Потому что чпоком. Это один из мамбетов, который сидит в троллейбусе. Да, чище, чем... А, у них в плацкарте чище, чем у нас в купе. Честно. Блядь.
Ара. Ара. Ара, пару слов точно с помощью комитета скажи. Нормально. Посмотрите на достопримечательность. Вот этими плитками на нас остановку плиту на площади. Вот они сосут. В Астане даже купили. Наши звезды все снимаются. А, че, приехали. Золотой голос. А вот че, ребят. Красота. Да. Жест. Да? Какая красота. А где первый наш? Первый. Куда пошли? А вы уехал. Тут три двухместные, а остальные все одноместные. Ну, нормально. Хорошо. Хорошо. О, одноместный пошли. Такая же. Алиберг. У меня в удостоверении. Возьмите и ездите туда. Да. Гоча, ручку подашь? Вот буду вот на анкету на меня зашел. Мне вот интересно. Нет, здесь его люди, они работают. Пользуюсь моментом, хочу передать привет Инуське. Инуська, привет. Видите, у нас все ништяк. Да ты че? Они полковники? Ну, на наши деньги, смотри, 200 рублей. А я знаю, дорого, конечно, но нормально. Я знаю, что это такси. Видите, зачем ты снимаешь? Просто. Мотор сел, куда уехали. Хай. И а за Ананского вам знаете, что будет? Петя, сам снимаю, что Петя, Петя, что ты записываешь свой голос? Петь. Такая гостиница. Фикусы. Пойдем, пойдем. Мара, прыгай на свою систему. Ага, заходим. Подожди, нет, не заходим. Сейчас изнутри пускай будут снимать. Что, Соник? Я первый план. Зашли задом спиной. Здравствуйте. Вот мы и в Сочи. Опа. Здорово. Здравствуйте. 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 Доехали. Ехали мы, ехали и наконец приехали. Бока, я туда. Так. Твоей Машке привет. Кофе, дайте пообщаться. Ладно, добрый. Так, ребята, теперь, значит, у каждого есть талон на жилье, да? Жилье. Это какие? 200? Там написано второй этаж. Комната. Комната. План поменять. 208. Кто? Марик, я вас. Вот такой Марик у нас маленький. Здравствуйте. А ты где от камеры? Я счастлив. А ты где от камеры? Снимаю. Это, моя мечта сбылась. Теперь надо не выиграть и все. Я знаю, что будет с Ерлашкой. Не надо. Здравствуйте. На
Раз, да? Да. Потом Алибек, потом я. Понимаешь? Не знаю. Как это? Не знаю. Комнату как получим, эти костюмы. О, китайоза. Басурман. О, немец, немец. Немец, да? Еще один басурман. И да, самый главный басурман. Понаехали черномазы. Ты сними, какая банда. Вот это да. Э, надо же... Блин. Ау. Он тебе полотенце есть? Есть. Так, надо кровати передвинуть, Рина. Хеллоу. Вещает сколько? А вот сюда можно поставить. Теперь туда ты. Вот и все. А там что? А сюда давай какую-нибудь тумбочку поставить? Не рационально использовать. То есть тумбочку сюда поставить? А зачем нам много тумбочку? У нас может есть только тумбочку. Hello. 3-4. Bye-bye. Нормально, так уже мы спим раздельно. Да. Я предлагаю вот эту тумбочку туда поставить. Двигайся. Да ладно это, милый. Hello. Ну, рыжий. Смотри. Рыжий, рыжий. Рыжий, рыжий. Смотри, как оделся. Как будто метки. Я так понимаю, репетировал здесь, да? Куда тут? Ты куда снимать? Каждый. Да, а лыжи, да? Да, они претендуют на готовиться к Олимпиаде. Позаду за это вообще. Заявку подали, и вот это самое такое. Далее, значит, есть наша Красная Поляна. Там, говорит, красиво очень. Потом, говорит, есть, она не сольет. Форелевый остров. Но кто здесь? Кое? Что-то еще не видел. Форелевый. А вот это, посмотри, сейчас Гасочкин дом, это... Это Ялта, Ялта. Я вчера спрашивал. Далее, значит, что еще? Инуськи. Инуськи. Что мне сказать? В общем, есть два крутых парка. А, есть он? Парк, он называется... Как у нас парк Ривьера. Ривьера. А, я просто... Блин, так обязательно надо снимать книги, да? Какой тете ты сдал? На вахте. А в тапочках, в принципе, живу. А? Привет. Раз. Давай, слева направо. Привет. Привет, Тарас. Привет, Джамбу. Доброе утро, Казахстан. Чего вы все такие умные? Мы знаем, близко. Кого Назарбаев. Ботинки снимай, ботинки. Смотри, как он ходит.
пользуясь случаем, передай Махале привет. Ташкент тоже. Пахнаги. Вчера холодную сосиску ел. Вон теплоход. Ай. Птичка, птичка, сними клей, птичка. Пойдем к морю спустимся, ребята. К морю не снимаем. И... Вон. Далеко. Плавай. Подожди. А ты стекло видел оптично? Снял. Опа, держи. Я сейчас пройду по нему. Давай. Что мочил ноги в этом море. Я не успел. Море волнует, здорово. Райси, черное море. Черный, если ты увидишь, привет тебе. Сочи, хай-фай. Ура. Мама, папа, привет. Оселька, папа, мама. С днем рождения, у тебя сегодня день рождения. Мы в Черном море стоим. Поздравьте ее тоже. С днем рождения. Рождения. Все. Спасибо. Ура. Это... Thank you.
Хорошо? Рыба на рыбе. Аминь. Ну вот. Вы там золото ищете, да? Сейчас снимаю. Что-нибудь скажи. Камеру посмотри, я знаю, как бить надо. Меня видно? Да, да. Язык вытащилась. Стоп. Поехали. Поехали. Сунул в туре. Узбек не по... А, я сейчас буду купаться, наверное. У тебя такое ощущение, блин? А что я? Я ничего. Правильно. Как всегда. На дельфинарии тоже поедем на этом автобусе. Желающие поедут, никто не хочет, не сам. Марик! Здрасте! Алибек Рахмет. Пока не снимай, неинтересно тут. Сейчас подожди. Плюс. Что, берешь? Да. 108.50 Я сейчас свою вам машину. Покажу. Это! Давай второй раз. Он меня, я не правильно. Да он меня это самое сзади падает. А я сделаю. Снимай Крым теперь. Сюда снимает. Это сбоку. Вот Мацестинский мост. Только-только сделали его. Да? Ты... Сегодня стоят ну и снизу. Ананский. Ананский. Знаков кругом по наезду. Это вот Адлер уже вон впереди. Адлер? Да. Вот этот мыс проезжаешь, за ним бухта Эмеретинская. И уже в этой бухте, полбухты нашей, половина уже Абхазии. Сколько живу? Море, не запомнишь, это просто море. Море, море. Белая башня, это Ахун. Мы туда едем. Видишь ее, блин? Ахун на горе. А это... Лес.
Это лес. А пристой? Мусульманский. А вот было НТВ, по каналу передачи. Ну и так, ну. Как звонить? Ай, ты же не снимаешь. Да, не снимаю. Он появится, его почти даже день там покажет. Там, потом бах, исчез. Нет, вообще ни слуха, ни духа нет. Потом опять. Какой он президент? Ну что, он все говорит, есть лучше. Ну, какой есть лучше президент? Если у него идет интенсивная там терапия, даже химиотерапия, это все идет там... Для одного корабля. А большой одинок? Для одного корабля. Да, что? Что здесь касса? Это Сочи. Вон он, то село, смотри, маленькое село Семи. Я не нарушаю эту первозданную тишину, эту зимушку. Ага. Бог, а это не опасно? Смотри, Клим, что он делает? Казалось, страшно! Его за жопину не посмотрел. Тихо-тихо-тихо. Ну, 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 назад, пацаны, на аппарат. Вон, да, за мной слышно. Пожалуйста, сейчас он с вас полтинник. Не, не на этом надо. Клим, на вон том надо понять. На вон том. Тот лучше. А там море еще. Похоже, на обратно. Блин, я повели. Где мой? Чпок, чпок, пожалуйста. Повернись сюда. Ю-ху-ху! Мамбеты покорили горы. Сейчас, вину только. Подожди, сейчас. Это когда? Че? Щелкни, Ару, щелкни, Ару. Ты уже снимаешь? И туда. Ладно. И вот эту сторону где еще ты? Море возьми. И мне надо тебе кассету одну купить. Лишь вот сюда, вот они. Не видать, да? Я понял, дыра все вместе, а? Давай я сниму тебе. Но я знаю, что вот та вот гора, да, вот ближе к морю. Марчелло? Клим, а это? А. Ерла? Да. А ну-ка, подожди, дай-ка. Хватит воды. Чё там? У меня одного сфотать.
назад в углу. Меня потом отдавать. Где Марис? Да, он немножко. Он вечно такой, да? Летом делает. Да. Не, не снимай много. Да это не вы будете дефицит, я не видел. О, мы таких еще не видели. Такой самый, где мы? Колосе выше. Давай я вот туда залезу, ты ара. Симка раз достала. Все, 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 иди сюда. Э, стой! Можно будет заехать, да? Ваня, пошли. Все, Ара, все, ребята, идем. Все, не уходи. Уходи. Ара. Так, мы шепчешься, я. Ара. Оу. Эй, китикет. Блин, если бы я знал, я бы не летит. Я это ты, ты это я. И никого не надо нам, да? Поехали. Я серый волк, я поросяток знаю толк. Они пришли туда, куда не ступала нога казаха. Они сыны, верные сыны своего отечества. Ну, примерно где-то там. Порешили они и пошли дальше. А еще можно вот так, да? Камера! Камера! Ты бы хочешь забрать? Динуська, тебе салам! Давайте быстрее, кто это сам? Второй до 7 лет. Кто хочет, потому что ход платный, я сейчас должен. Да, дату сделай. Есть, все, поехали. Василя, где-то Сочи, это Огурские водопады. Сегодня 19-е, у тебя день рождения, я тебя поздравляю с этим днем. Желаю тебе счастья, удачи, будь такой же умницей и красивой. Все, будь здорова. Скачичье забыла, но это скачичье сделано. Скачичье. Сочи. Ну в этом году. Водопады. Как? Огурские. Огурские водопады. Огурские водопады. Да, мы он не снимает. Снимает. А что, батарейка, Али? Мы мигает. Это кассета кончается. Ладно. А, давай. Быстро, пока кассета не кончится. До свидания. Конечно. До свидания. Водопады делают.
прошла така інформація, що дівчинка постійно водопади. Налити мене, налити! Налити мене, налити! О, смотри, как вот вот здесь. Я кто-нибудь, снимите Клима. Акель. Клим, подожди. Клим. Такой звук еще, снять походу, тебе. Клим пьет. Нет. Раз нас прибьет, так печаль к земле. Вино надо пить не залпом, а ты. Потихоньку. Вино. Хорошо. Надо пить потихоньку. Сочи, солнце, вино. Красивые обезьяны. Что еще надо? Да, хорошие обезьяны, да? А это сам? Кто Почем, девчата? Это чудо. Девчата, почем? Посмотри, как красиво. Какая природа. Пойдем на море, я тебе покажу, где вода. А? Вот эту шутку можешь ставить. Сама природа. Давайте мы сложим здесь, а? Вот здесь. Ярлашка. Улыбочку, Дюша, улыбочку. Оп, тисчик. Четыре. Горе, да. Горе, я обрадуюсь, а горе. Вот, смотрите, какая красота там. Вот так какая. Три. Готово? Сейчас, подожди. Что случилось? Я держу его, чтоб не упал. Я утонул. Покажи как. Клим! Сейчас увидишь живую обезьяну. Делай этот кадр. На водопаде. У тебя прям солнце над головой. Да, вот так. Подожди. Все сюда смотрите. Клим! Все сюда, Клим! Клим! Давай, Клим, Мара! Клим, Клим! Делай! Смотри сюда, Крис. Вот здесь мой фотоаппарат там еще, ребят. Давай, пойди, не уходить еще один. Давай. Давай, лес! Давай, Дюша, Дюша! Передай, передай! Сквозь строй! Напивай! Лалами, Катюша, Катюша, тебе! Привет, Тарас! Орел! Горе, я горе! Привет! Улька, привет! Папа, мама, я вас люблю! Привет! Снимаешь, да? Сюха! Денис, давай, будет неудобно потом сидеть. Ну. Команда КВН Тарас Государственного университета поздравляет! Капитан команды Зангиреева Азамата Палатовича с днем рождения. Да, великой. Сегодня ты капитан. Азамата Палатовича с его днем рождения. Очко. Очко, да, 21 лет.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Надо будет. И мы раз, два, три. Жабульское телевидение ЖТД поздравляет его и дарит. Музыкальный товар. И дарит вам этот видеоклип. Клим отобъездили. Клим дарит видеоклип, да. Кому чай? Три, поехали. Мы будем авто поздравить? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. За волной, бегите! Ой, слава! Дернул. По-моему, ей все равно.
И не трогай, сейчас она доест, она побежит за второй хатик. Вон, плывут, чпок, да. Чпок, плывут. Да. Плывут, кидай, чпок, кидай. Да. Кидай. Опаньки, смотри, клюет, клюет. Ай, эй, на. Гуль-г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 уль
Ты, он все же все пьет. Смотри, он толстый, объелся. Ты, пошел. На. На. Бери, 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 он там лежит. На. Я собака в обход убежала. Может, это и есть чучело. Папа специально для тебя, как сидит кряква. Пошли, Клима. Чпок, вы где? То ли сытые, елки-палки. Ты лапу отобьешь. Вот тут тоже лапу отобьешь. Ну лебеди, ну пожалуйста, ну иди сюда. Не, пойдемте перейдем, пацаны, да вы что, елки-палки. Пойдем, Клим. Да план нифиговый будет, смотри. Опа! Покажите. Хорошо. Это вот после обеда проходите, где-то в первом часу в верхней парте, да? Ага. Я сразу побегу. А что, это вот это вот что такое? Ну вот смотри, какая рыбина. А, что это? Это морскую окунь. Видишь? Где морскую окунь? А вот он поплыл, смотри. Вот сюда сейчас плывет. Да, у него форма другая. Да, это морскую окунь. Я его ловил здесь на море. Морковки купим, я вечером салатик сделаю. Да, вот кайта не видно. Ты вот отсюда видно. Вот, вот где я стою. Я еще тебе солнце прикрою вот так вот. Да. Видно? Видать. Это смотри, морской кот. Давай шугнем его. Он мертвый какой-то. А этот? Вот сюда теперь закрой, а так. Снизу, снизу. О!
Давай я шубну. Давай я пусти. Эй, Ген. А не будет попкорн? Солисты. Дело с умом. Придется нырять. Эй, где он? А вот это. Не все золото. Без труда не вытащишь и 10 рублей из бассейна. Сколько поймал? Один, 10 рублей и... Одну копейку. Давай. Кидай. Теперь я. Кидай. Чтоб вернуться в Сочи. Ну, блин, ё-моё. Хули ты так забираешься? Вот так надо. Снял? Экскурсоводом быть, показать ската, допустим. Вот ската, видели? Где? Вот она. Морской? Красивый. Смотри, скат. Лапы, да? Скат. Вот тут вот это лежит, там балана. Ската, видели? Где, где скат? Вот он, прикинь, скат. А сколько улиток, смотри. А что они не кушают? Они уже наелись. Ты подожди, щи. Ну что, полчаса буду ждать, пока не накушаешься? Ты выключи, когда подплывет. Ой. Да ладно, понятно. Не успел. Ну что это запали? Четыре сотки без вспышки схавает его? Отсвечивай, вот только вспышка. Не, если вспышка будет, тогда он не схавает. А если без вспышки? Да, ну пробовал. Пойдем, аж сектора возьми. Ты как обезьяна сейчас. Она выпьет? Да? Дерево какое-то странное, да? Почему оно странное? Саксаул. Это совет Саксаул. И не упади на меня. Где его? Они у нас... Смотри, как... смотри. Вот в этот? Да. Да, сейчас. Я вот здесь сяду.
А вон выше подними туда, вообще шикарно. Не надо, не надо, упадешь сейчас, не надо. Во, вот здесь все. Все, да? Давай, я снимаю тебя, ты меня снимай. Алло. О, все, ладно, все. О, сними. Слушай, ладно, все, пошатало. Я качаюсь, короче. А сейчас, если порвется, поломается. Там же как он? Бля, где мы? Вот эти опять не Помогите! Мама! Мама! Это бамбук. Бамбук, да? Олег, красивый. Наша команда в Сочи жила впроголодь. Поэтому все есть немного. Собирали. Падает. Вы поменяете два ореха на пачку. Никогда в жизни. Бич-пакета. На бич-пакет надо подумать, посоветоваться с командой. А две пачки бич-пакета? Меняю. Ох вы. Без разговора. На. Дядя Була! Let's go! Я меня клик. А если этот поломает? Эй, прыгай! Обезьяна. Обезьяна, чи-чи-чи. Ого! Ерла! Вот бомб. Бамбук не заходить. Блин, мам, без. По-русски читать не умею, блин. Пойдем. Пошли. Сейчас куда, Петя? Направо. А? Этому мальчику 100 лет. А тебе? 20. Похоже. На листьях попкорн положил. Ребята! Может выполнить? Гуси! Альпай! Мы находимся в нижнем парке дендрарий. Да. Кто там? Ерла? Прелестное место. Вот так засними тут все. Вон бамбук возьми. Да наехали басурман, на русском ни хера не понимаю. Вставайте выше ко мне. Варик! Идите за мной! Вас снимала скрытая камера. Чего вы идете за мной? А, телевидение? Ну, здравствуй, Сочи. О, ес, я ты. Хорошо. Теплица, где теплица? Да. В общем, ориентируйтесь с левой стороны. Спасибо. За дачу зайдете, потом туда слева, к забору. Пойдем на теплицу. Пойдем. Пойдем. А, вот и аквариум. Во, аквариум. Вот он аквариум. Ну что, идти аквариум, рыба! О! Подземный этот ход вперед. Женская. Блин, легче было сверху спускаться, да? Ты все время наверх. Все равно вот так. Влево надо брать. Какая беседка. Лима! Да не кричи ты, слышу я. Вот запарил Петя. Лим! Мавританская беседка. О, краба засними. Красота, да? Да. Хочу просто ландшафтик взять.
тебе не дадим. Бегайте надо. Ёлки, ёлки. Шпалы, шпалы. Ёлки, ёлки. Смотри, кроны какие, ёлок, кроны. И маленькая бивзянка. Всё. А теперь сейчас мы всё покажем на пальму. Ныряй, да? А здесь рыбок нету? А это пальма. Вот отсюда видишь. Вон курок, она пальма. Ну, вот, вот, смотри там. Вот эту пальму. Ара дрочит у слона. Мы вот оттуда шли. Идемте, что вы орете, ребят, понимаете? Вы что, место? Канатка. Обычно говорят, внимание. Партизаны в лесу. Оставьте нас! Смотри, дух! За доллар! За доллар? Классно! Шикадам! Клим! Ау! Я тебе дам две кассеты. Этот, нет, подожди. Если это все поместится на одну, я тебе одну дам. Ты мне все, что вот все, до мелочей все, что записали, все закинешь. Мне тоже, аха. Аха. Я тебе три кассеты дам. И улыбочка. Шарик, шарик, Бобик. Бобик, шарик, шарик. Эй, чё ты? Вот, вот это Валиев сейчас. Клип. Спасибо, Марик, тебя. Наверное, меня будет кинуть. Давай задом наперед ходить, вот так. Какая хорошая здесь природа. Да, да. О! Как дела? Нормально. Видел бы я Клима, я бы ему сказал все. А где Клим? Да, все, что я о нем я не знаю. Ну, по-моему, впереди сам. А давай перемотка. Точно впереди. О, опять он. Гулька, привет. Дети, да? А откуда они же катаются здесь? Да, катаются. Как вырос? 3 года он тут взрослел. А ему только 7 месяцев. Он пинает, а он же, да? Может пнуть, да? Конечно. А, сзади ничего страшного, это не лошадь. Он щелк спереди его. Может пнуть, прикинь. Чпок, аккуратно, смотри, какой клюв мощный. На языке, я тоже хочу. Ты не пугайте, чпок. Они сюда шли, да? Вау, страусы! Вау! Вау, страус в очках! Я его глаза снимаю, пожалуйста. Снимай, Клим! Серые глаза, как у тела будет. Ну-ка, 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 ну-ка. Они же вонючие! Смотри, красавчик. Сними!
Он вытянулся во всю цепу. Обкакался. Ах ты бессовестный! На камеру какай. Смотри, я сейчас кормлю. Я шугаюсь их? Боря. Боря. Загоните одного. Смотри. Вот тип, да, этот страус? А он... Тихо. Не, это не снимаю, напротив солнца живет. Ты не выключал, да, клип? Неа. Двигайтесь осторожно. Менять будут свои перья. Они еще дети. Страус увидел Марика. А он клип? Примерно какого... А сейчас подберется. Так, кто кого фотографировал? Я в кадр. А как вы их различаете? Ну как, вот. Как вы вас различает мать? Так нет, и я. Ну мы же не такие, думаю. Да прямо, вот мы их вырастили нахуй. В таких вот. О-о-о. Последний кадр, чпок. Видно меня? Мне надо чпок. Выключи, дай эти чпок. Санди, чпок. Я повезу. Я тоже хочу ему травму дать. Все, все это, внимание на клима. Пацаны, отойдите, дайте я сфотографируюсь, елки-палки. Ау! Вот, вот Алибек, осторожно. Мать, Боря, Боря, спокойно. Спокойно, Боря. Выйти из рукав давать. Боже, сейчас в кусты улетишь. В нос такой. Тум. Молодец, молодец. Помельче, давай, травку. Боря, Боря, фас. И мне в нос, да, так пальцы. Надо помельче, помельче давай. Помельче. Сейчас, Боря, вот, смотри. Да, подожди, Боря. Я страуса держу. Ой, ты что делаешь? Мак, Боря, Боря. Помельче, помельче, порвите. Солнце там. Я пошел. Не, не здесь тень. Я тебе говорю, солнце. На меня тень. О, видишь? Да, ну нафиг, а, они здесь человека съели. Да ничего. Альчики, Боря, Боря, Боря. Боря. Все, да, наелся? Наел. Уйти, уйти, уйти. Смотри, я их глажу. Ай! Смотри. Я, узбек, ты что делаешь? Садится, садится. Который садится? Боря. Вот, смотри. Глази, да? Все, он не хочет. Вот так меня не мог снять, да, Клим? Я ж тебя так снял. Боря. Белла. 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 Она теперь что-то... Все, ребят, пошли. Все. Ксюха, I love you. Время, час, 5 минут второго опаздываю. Что, пойдем? Нет, двигаться, двигаться. Эх, вот смотри. Эх, эх. А ну давай. Эх, эх. Вот он, вот он. Опа! Боречка, ну давай, давай, давай. Ну чуть-чуть, Боря. Боря, танцуем. Чуть-чуть ребятам покажи, покажи, мой красавец. Ну еще, ну еще, ну еще, ну еще. Вот молодец, вот мой красавец. Боря. Пять. О, опять Клим. Катино, Тарас, хай-фай. Привет. Привет всем. Всем привет, всех любим. Тарас, привет. Я люблю тебя, Сочи. Снимал уже. Рарик, не бежать. Клим, сними эту Ниву, да? Клим.
Здесь мы живем. Санаторий «Золотой колос». Они где пошел? Как будто не мезли. Ну, в принципе, и так там не мезли. Пойдем сразу в столовую. Январь месяц, бабочки. Странно. Сочи. Темные ночи. Можно близко снимать, смотри, в чем дело. Что, она умерла, что ли? Грек. Дядя Володя снимал. Будем вспоминать дядя Володя. Дядя Володя, у вас, наверное, очень много друзей, наверное, да, кто приезжает? Да я ж вообще с тросы прям рыбу выхватываю. Я просто отстрел идет. Птиц, птиц. Вот это само форелевое хозяйство. Форелевое хозяйство. Вот эти ванны, вот это вот, вот здесь вот форель разводил. Вот это форелевое хозяйство. Здесь яркий урод. А что за урод? Туннель. Да, поймешь ты. Понимаем шарки. Свет в конце тоннеля. Песенка про меня, а я играю, я забиваю, я курю и песенки пою. Thank you.
Слышите, сейчас мы на втором уровне договоримся. Нам надо друг друга сфотографировать. Я говорю, нам надо на канатной... Над самым обрывом. Вот там сейчас выходим, там уж... Поднимаюсь на второй уровень в Красной Поляне. Небольшие воздушные ямы. 20 минут полет нормальный.
Я, вы что так быстро? Клим, кататься умеешь? Все уехали, ты, короче, на этом спускайся, понял? Если не умеешь, возвращайся обратно. Главное, не забываем вверх-вниз через кнопку, а остальное все без проблем. Можешь еще подкорректировать, если ты попробуешь. Давай. Вот там снег ходил сегодня. Кто сходил там? Ну, лавинки там сходят. Медведь ходил. Давай, наезжай. Только не упади, смотри. Кнопку не забывай, не рви тормоз. Не, вот это надо нажимать. Да, это такой. Если вверх-вниз. Опа, чуть-чуть дальше отойди. Нажимать. Дальше отойди. Ой, я тебя это вижу. А, глаза видно огромные, да? Через бленды видно огромные глаза. Видно, да? Видно. Вот когда ты ближе глаза, вот. Медведь ночью гулял, вот сейчас где крестик, там прям видны медвежьи следы. Двумя глазами смотри. Видишь? Так, сейчас я. А ширину сейчас сведи, уже сам сделай. Да у меня за той пойди. Несколько слов от Красной Поляны. Не такая уж она и красная эта поляна, но ничего. Классно. Навел на них? Да. Женские груди. Так называют здесь. Мама. Туристы, контрабандисты. Не знаю. Красота-то какая. А как тронулись потом? Постояли минут 5. Опа, упали. Нет, это... А тут три. Вон Стасик. Где? Стас! О, это чпок катится. Как катится, а? Лис упал. Вот это падает Стас. Уже встал. Саша, снимай, как его. Вот там на втором пути сидите, мы сейчас спустимся пешком, мы вместе поедем за шлыком. Первый! Быстрей! Скалай, Махалай! Клима! Ау! Какое дело? Hello! Hello! Давай, давай, ближе. О, мы ближе, вот и мы. Алло. Алло. Ничего себе. Мамочки. Вот кто-то с горочки спустился, а, наверное, милый мой летит. А вот этот выше, видишь?
Здесь тихо так. А до чего уже потреб... А. Вот это вот знаешь, кто распитался? Ну вот я спустился вот в Пензор. Да, я тоже спустился. Вот стоят мои 4 лыжи. Просто надоело. Мои вот эти 2 большие. Вот. Эй, слышишь? Вот, точно. Нам так понравилось на лыжах. Кажется, так круто. Горячая чай, горячее вино, чаек, кофеек, пожалуйста. Медовуха. Мы здесь, как это? Отдыхаем. Вот. Есть отдыхать? Есть. Сейчас наши придут с гор. Если придут. Могу вас успокоить, вернуться не все, да? Вот все, что осталось от Гочи. Ну как, прокатнулись? Ну, посадка была успешная. Успешная? Я думаю, да. Ага. А вон Чпок идет домой. Горно-спасатели. Можно, да? Поехали. Поехали. Куда? Здесь все спокойно. Мухтар, пошли 5 человек. Я одного узбека. Все стараются. Потому что надо будет это. 4 человека поедут. Все, давай. Я билет. О, давай сниму. А потом двоих. Лип. Это лось ударился. Куда смотреть-то? О, еще один сразу сделал. Мы живем в одной комнате. О. Мы горно-спасатели. Спасатели. Казахстан. Вот солнечный привет от Сочи. Ой, вас не видно ни хрена. А вот так? И так тоже. Давай здесь нас фотой. Поворачивайся, фотографируй. Так, снимай. 3, 4. Все. А можно здесь на вытянуть трос встать, а? Я попробую. Я вас снимаю. Опа, есть. Все. Какой команде? Тбилиси. Тбилиси. Привет своим землякам, казахстанцам. А мы из Тбилиси же. Мы из Тбилиси. А, вы из Тбилиси? Хочу. Я хочу. Аппетитно, да? Да. Дядь Володь? Официально заявляю, что больше в горы ездить не буду. Че, вы сбит? Моя женика. Хана сейчас? Казашка, локтем не умеете открывать? Нет. Вот так локтем. Раз. Дядь Володь, вы сюда немного надеть? Не-не, нормально, ребят. Да, вы че? Или мы это вышли? Заводские. Здравствуйте. Марика, можно спросить? Вот такой кавказский шашлык. Что вы там делали? Вон там. Там. Я тебе потом скажу, если захочешь. Для камеры, да? Мы потом сейчас это.
И представляешь, прям как в Швейцарии, а то... Все, что осталось от Стаса и Гочи. Ты Гочу видел, да? Он поехал. Обратно приедет. Он там покатается еще чуть-чуть. А вот то, что от него осталось. А это? У-ху! Быстро и под кафе на этом проблеме. Здравствуйте! Мы в Сочи, мы кушаем шашлык. Нам здесь уже шашлык. А что я здесь? Рыжий. Вот шашлык такой. Мы на Красной Поляне. Что? Те, кто здесь, это живые герои-лыжники, сумевшие для себя ничего не сломать и в то же время спуститься. Яйцо. Шашлык нахавался уже, все. Ну это разум. Этот Сочи мы не забудем никогда. Что за джамбульский прикол? Давайте! Шарап! С Новым годом! С Новым годом! Привет! Папа, мама, салам! Папа, мама! Я тебя тарас! Тогда! ПК НДФЗ! Так, давай! Алина! Да, всем студентам Тарасского университета большой привет! Пошло, да? Поехало? Всем студентам Тараза от команды КВН Торгу большой привет. Я всех вас люблю, особенно команда КВН Торгу и студенческий профком. И, конечно же, ЖАЗ Казахстан. Шашлык люблю. Мама, папа, я вас люблю. Мама, папа, я вас тоже люблю. Урик! Передаю привет всем таразитам и таразиткам. Хуже сидеть, чем на той стороне. Господа, снимаешь сразу горе. Нормально же? Я нормально просто. Готов. Готов к выходу на полном. Итак, знакомьтесь. Наш артист Великий Ким и тренер Валерий Терещенков. Итак, наши артисты готовы? Валерий готов? Итак, первое и сразу же очень сложное задание. Кто готов? Ким готов? Мяч в воде. Надо как можно играть и очень аккуратно доставить его. Это точно в руки, Валерий. А мы поддержим. Не забывайте, дорогие друзья, ваша поддержка. Это основное для наших артистов. Вы видите, что очень сильный ветер. И очень трудно удержать столь маленький мячик. Но Ким очень старается. Вот так классически он набивает мяч. А теперь вот такой точный удар, все получилось у Дима, и он очень рад, посмотрите, как он радует. Ну что же, Василина, и на друг Рики, вот так он аплодирует своему, вот так он аплодирует своему товарищу. Спасибо, Рики, спасибо, Дим. Да, Дима, пожалуйста, займите место. Секунду назад я вам говорил, какова прекрасная пластика наших артистов, и вот теперь любуйтесь, вот такой. Мы
чувству ветер, дорогие друзья. Ветер вы спасет. Валерий был на чеку, но это был гол. Я чувствую, это был гол. Вот так. Вот так. Рики обрадовался на такой великолепный удар. И он хочет продолжать поединок. Ну, Рики. Мячик надо отдать. Правильно, спасибо. Спасибо, Рики. Видите, на помощь умудрился Тим, но Рики сам прекрасно справился с этим заданием. Они занимают место в том, поединок продолжается. Удар. Еще удар. Вот такие сильные удары. Вот такие сильные удары. Открыл наш Рики. Второй тайм сегодняшней встречи. Встречаются Тим и Валерий. Так. Рики решил, что лучшим сегодня был он. Что же скажет Тим? Я думаю, что Тим скажет, что победила. Но нет! И считает, что победила дружба. И только дружба. Спасибо, Рики. Спасибо, Тим. Вот перед вами выступали наши аплодисменты. Рики и Тим. И наши аплодисменты. Спасибо вам. Спасибо всем. Покажет нам Тим. Мы смотрим и поддерживаем. Мы не забываем поддерживать его, дорогие друзья. Вот такой выход на восток. А теперь любуйтесь и аплодируйте. Вот так. Тим управляется с мячом. Еще раз спина. А теперь аплодируйте на тумбу. Это был наш великолепный Тим. Идите. Дорогие друзья, мы убедились. Валерий. Небольшая просьба. Дорогие друзья, мы убедились. Но теперь, дорогие друзья, да, это были наши Рик и Тим. Но теперь очень-очень сложное задание. У Тима, у Рики, извиняюсь, на носу будет выстроена настоящая пирамида. Но поскольку сейчас ветер, а предметы посадки очень-очень легкие. Только ваши аплодисменты могут помочь ему справиться с данным заданием. Аккуратно, Рики. Пожалуйста, очень аккуратно. На тумбу. Спасибо, Рики. Обратите внимание, опять задумался Тим. Опять за предметом. Три. Аккуратно, Дима. Аккуратно. Четыре предмета. Придется воспользоваться стулом. Да. Аккуратно, Дима. Ветер. Сегодня ветер, дорогие друзья. Но! Пять предметов! Ну что это? Тим пошел на рекорд, я вам обещал. И вот он рекорд, достойный занесения книг рекордов Гиннесса. Внимание! Смотрим. Аккуратно, Дима. Аккуратно. Посмотрите, как он старается, поскольку ветер сегодня первый раз во время выступления. И вот, дорогие друзья, ваши аплодисменты, это был наш Тим. Здорово, Тим. Здорово, Рики. Огромное вам спасибо. Но почему бы не продолжим удивлять наших уважаемых зрителей. И вот смотрите, опять же при вашей поддержке, вот такое вот полное сальто. Смотрите, любуйтесь. Это был наш Тим. Рики поддержит, Рики рад. Радуется за него. Но, как говорится, удивлять так удивлять. Минуточку внимания, дорогие друзья. И смотрите, это наш Тим. Полный рост. Спасибо, Рики. Вы были прекрасны. Ну а теперь домой. Теперь надо чуть-чуть отдохнуть. Волчок и Зайка дарят вам свои аплодисменты.
Спасибо, Волочок. Спасибо, Зайка. Мы рады приветствовать вас. И вот теперь первое задание. Маленькие кольца в руках у Андрея. Через несколько секунд они окажутся в воде. И Волочку и Зайке надо как можно быстрее, точнее, отдать их точно в руки Андрея. Мы болеем. Не забывайте, мы болеем. Мы переживаем, мы поддерживаем наших спортсменов. И вот, смотрите. Вот такой великолепный прыжок. Спасибо, Волочок. Спасибо, Зайка. Здорово. Просто очень здорово. Ну, естественно, задание с каждым разом усложняется. Уже большие кольца, почти обручи в руках Андрея. Наставь внимание, марш! Вот так, так, вот так справляется Волчок. И Зайка с новым заданием. Посмотрите, поверьте, это очень-очень трудно. Вот, Зайка, здорово! Кто-то не аплодирует, дорогие друзья, кто-то не аплодирует. Волчок спущен, он привык слышать град аплодисментов. И вот так он справился с этим заданием. Но теперь в эти первые дни Нового года, первый месяц. Конечно, как обойтись без танцев? Наши артисты танцуют, приглашают вас принять участие. Танцы вместе с ними, дирижи, поддержание! Профессионально исполненный танец, согласитесь. Я вам говорил несколько секунд. Волчок и Зайка. Тишина, все, внимание. Волчок и Зайка. Вот теперь знакомьтесь, дорогие друзья. Белое манящее полотно. Кисть, краски, рисует без пяти минут академик живописи Зайка. Позирует Волчок. Мастер попросил самый солнечный, желтый цвет. Итак, все внимание на сцену. Попросил сменить цвет. Он собирается творить ярко-синим цветом. Волчок занимает свое привычное место. Естественно, надо лечь точно так же. Ведет, позирует. А творит Зайка. Понимаете, скользко, но Волчок на месте. Важные, самые сложные мазки. Дорогие друзья, согласитесь, ну очень-очень похоже. Ну что мы можем сказать, мы можем только поаплодировать. Thank you.
почти чуть-чуть раньше был волчок. Но естественно, волчок и зайка, все, что им необходимо, это ваша поддержка. Извините, что я повторяю это всегда, но это действительно так. Итак, привет, зайка, поздравляю тебя, волчок! Чем-то удивит нас волчок. Волчок готовится, он ожидает вашей поддержки. И... Поздравительный прыжок! А теперь все внимание на меч! Просто здорово! И поверьте, как очень-очень сложный элемент. Поскольку вы так здорово поддерживали и волчка, и зайку, естественно... Что так и подвал? Все! Молодчина, волчок! Все были очень-очень счастливы. А теперь чисто по-женски. Грациозно! Вот так грациозно! Желается с тем же желанием зайка! Молодчина, волчок, молодчина. Как можно оригинальнее доставить его в руки Андрея вот так. Посмотрите, какая техника, Владимир Ильичев. Так вот ведет мяч. А теперь удар точно в руки. Отлично, волчок. Ну а теперь, дорогие друзья, зайка чисто по-женски, грациозно. А вы ее поддерживаете, для вас и только для вас заключительный каскад прыжков. Подходит к концу, но мы с вами не прощаемся, так же, как и не прощаются с вами наши артисты, поскольку они просто не хотят этого делать, и они предлагают познакомиться с ними ближе. Они предлагают вам с ними сфотографироваться. Короче, все в клубе. А тем, у кого будет, после выхода, может, у входа собираемся? Всем желающим сфотографироваться, просьба собраться возле вышки, которая расположена от вас справа. Спасибо.
Вот, почти так. Ван. Ирлан. Не один кадр пробный все сделал. Все подошли, все присели. И все смотрим сюда. На меня смотрим. Так, все, внимание, снимаю. Сидим, также сидим. Сейчас смотрите на камеру. Передайте привет, он родным и близким на камеру. Сейчас все. Внимание. Внимание. Снимаю. Во-во-во, отлично, отлично. Все, нажимай. Ой, молодцы. Еще один раз нажимай. Прекрасно. Опа, вот Дима, смотри, Дима, куда ты? Ребята! Ай, молодец. Не то, что Гоча. Волна была, красава. Я пару интервью сделал про рыбу сюда. Почему не подойдет в воду? Смотри, смотри. Смотри, 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 смотри. Сейчас смотри, еще одна будет. Смотри. Нет. Вон она, вон она, вон она. Вот она большая идет, смотри. Вот она, красава. Опа!
сюда снимать. Сейчас, вон там красиво. Ехали? Да сейчас жду, волнуя. Смотри, вон, видишь, где? Я песочек хочу снять. Море же вот так волнуется, сюда. Боитесь? Давай, вперед, все. Мы сегодня уезжаем, вот. Жалко, конечно. Но надеемся, что мы вернемся вновь. Вот. Вот такая качка здесь еще. Друзья мои, пойдемте и снимемся мы. Нас четверо, двое уже утонули. Следующий полет! Нет, я пошел! Смотри, какие волны, опа! Повернись, эй! Пойдем! Пойдем, мое, осторожно! Хватает его, да. Давай вот так. Все, не снимай, брат. Да ладно, там есть. Слушай, смотри. Вот сюда смотри.
чё туда смотреть-то? Привет всем. Чё? Тебя мы... А, да, я не сказал. Привет, передаю привет всем Тарасу, казино Тарас. Привет, мама, папа, дедушка, бабушка, братишка, Ксюха и всё. На ноги, на ноги! Ещё, Рудань. Смотри. О, заходи, Рита, кончайте. Сторону стиливают. Ура! Смотрите. Что? Батарейка. А, все? Уже тынь моргает. Так тынь. Батарейка лезет. Быстрее, пацаны, батарейка кончается. Салам! Ну, пожар! Пожар! Домой едь! Пожар! Тетя, ты что наделал? Поехали домой! Рыжий! Сейчас, подожди, один раз дождемся. Опа. Что, солнце смотри? Есть солнце! Вот чудо! Какая рыжая! Такой у них вокзал. Мальчик, отойди, это же программа. Я? Отойди оттуда, мальчик, это программа, отойди. Какая? Снимите отойди, меня, мальчик, я не... отойди отсюда, мальчик. Мальчик, отойди. Ты, да, господи, теперь... У меня нет. Он, наверное, еще на русском не понимает, нихера, пасурманы. Ага, минет сурмиша, ага. Отойдите отсюда, пасурманы. Вау, видики. Понаехали тут, понимаете. Смотри, какая красивая. Обезьяна тут. У нас таких нету. Дай. Трусишь. Смотри, где у нас эти пасурманы. Понаехали. О, это как обычно, пошел вон. Обезьяна. Дети. Видал, да? А? Снимите, пожалуйста. Места. Ты как этот, да? Не, классно, Сочи. Я вы. Настройка. Это вокзал Сочи. Он такой большой, такой красивый. И столько всего много. Такой смотришь, глаза разбегаются. Разбегаются глаза такой. Сканирование. Сканирование. Два бомберенка сидят, общаются. Давай я тебе снимаю. Да-да.
Сейчас, сейчас. Чего? Тихо, тихо, это скрыта камера. Ну вот так, а? Хай! Иди отсюда, узбек. И узбек пошел. Давай, давай. Не разговаривать. Смотри, что за тунель. Она, по-моему, уже наелась. И уже по барабану. Шарик, дай мне пару. Sit down. Тут мы шарики. Sit down. Шарик, мы уже булочки полетели, походу. Шарик, sit down. Во, это же собаки. Это же собаки. Это Вот. Do you speak English? Говорящие люди подумали. Шарик. Шарик, у меня больше. Шарик. Шарик. Я петь. Я даже не Ну вот, мы уезжаем домой. Закончился наш отдых в Сочи. Мы узнали после игры, что мы поехали сюда отдыхать. Ну, он подъезжает поезд. Вон он идет на второй путь. Сейчас мы сядем и уедем. Не смотри в камеру, смотри на поезд. На одежду пробежит Тарас. На поезд смотри. Все на поезд смотрят. На где поезд? Где поезд? Где поезд? Бай-бай! Это тот поезд. Сочи, бай-бай! Сочи, всего хорошего! Куда бы я вас убил? Всем привет! Опа, вон маленький паровоз. Подходите. Все. Хватит, погуляли. Домой. Он что-то хотел сказать. До свидания, Сочи. И отдать тебе все. Все тебе одному. Ну и что? Ну что, мне ничего? Сочи, всего хорошего. Нуська, привет из Сочи, я тебя люблю. Сюда так. Опа. Там так. Это что это? Быстрее, все. Все, поезд пришел. Поезд. Это наш поезд. Алиса, что в городе не будет делать? Напомнили. Никто не поможет. А там не написано кроме меня, там написано кроме нас. Ну да, кроме, ну, особенно. Ну вот ребят рано сними лучше. Эй, его не видно, кто-то разговаривает, но его не видно. Во, близко. Ноги подогнуть.
рыба не в тему. Типичный додик какой-то, понял? Все. Он говорит, знаешь что, что я помятый, будто пиздец, потом... Мы уехали вперед, нас всего трое. Это Марат, Камарат, Азан и я, Мувлан. Остальные ребята остались на вокзале, на ЖД вокзале. Теперь мы едем на аэропорт, там нас ждет самолет, мы улетим. Ребята остались здесь, ну, надеемся, через год вернемся, мы их заберем. До свидания. А зачем тебе 7 рублей? Я батарейки куплю. А, нет. Гаврик? Гаврик? Марик? А кто ему нужен? А? Он сними, пожалуйста. Помаши рукой маме. Черный, милор. Он не милор. Свой шел пошляк. Какого рода вы? Спи спокойно, дорогой друг. Спит. Спит? Да. Спит? Нет, спит он. А он спит? Да. А я думал, спит. Давыд. Снимай меня. Залез сюда, снимай меня. Ташкент, я останусь, да? А там надо? Да.
Узбекистанин бош хаво банга. Бардагони. Бардангохи. И пошли, ребята. Пойдем. Догоняем. Догоняем. Как я возьму? Я же снимаю. Ты стой, хоть у нас руку забери. Марик, дай сумку. Я поснимаю. Возьми. Марик, давай. Ну, Ларк, это давай. Уезжай. Нет, Клим. Ау! Да. Вот, Тара. Ташкентский автовокзал. Бери камеру, я мальчик. Тарас.